Начавшаяся рабочая неделя прервется уже в среду. В этот день в стране отметят День России. Поскольку 12 июня выпадает на середину недели, никаких переносов не делается. Получается, что уже завтра врачан ожидает сокращенный предпраздничный рабочий день. А сама рабочая неделя возобновится в четверг, 13 июня. К этому добавим, что ближайшая короткая рабочая неделя для врачан наступит теперь только в ноябре, в День народного единства.